Армия говорящего Тома сегодня будет биться с монстрами. Такого, ребята, мы с вами еще не видели. Всем привет, кисы и коты, добро пожаловать на мой канал. Именно так сегодня армия говорящего Тома будет биться с монстрами. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет армия Тома. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы, Это армия уже? Это его армия, такие классные они, соники. Мне нравится их расцветка, она потрясающая, честное слово. Она меняется, да-да-да. Мне нравится черный. Он такой стильный. О, да! Я не знаю, было бы круче, если бы эта армия была не с Томом, а против Тома. Вот тогда бы мы с вами насмотрелись всяких зрелищ. Белый классный тоже. Четыре всадника тьмы. Точнее, уже 6. Уже 8. Огромная армия. Потому что один как бы... Вау! Они офигенные! Такого количества разнообразных томов я никогда не видела в своей жизни. Вот это да! Но их 7 почему-то, а тех 8. Если вы могли заметить, я заметила. Ребят, делайте ваши ставки. Все началось, не успели мы с вами оглянуться. Капец, какой бой. Это кто? Это тоже Том Тигр? Я такого не видела никогда. Люди, зачем вы тут катаетесь? Вы что, не видите, что тут происходит? Кажется, соники побеждают. Я не знаю, как им это удается. Они раскидали всех Томов. Томы какие-то резиновые. Смотрите, осталось всего... один Том бросил, просто снеся всех Томов и всех остальных. Я не знаю, кто держит победу. Ваши ставки. Том, Соник, Соник, Том, Том, Соник, Соник, Том. Ой, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Жестко, как бы нога проскальзывает мимо Соника, но ничего, это был хороший удар. Они же бессмертны, получается, раз они встают после таких взрывов и прочего. Но прикол-то в том, что люди-то не бессмертны, и как бы они все равно продолжают туда ехать. Я не знаю, зачем это нужно, наверное, для того, чтобы посмотреть. Я бы не стала на такое смотреть, только если с какого-нибудь безопасного расстояния. Я бы, знаете, что сделала? Я бы, наверное, запустила дрон сюда, и все бы это снимала и транслировала. Вот это я понимаю. Если бы дрон разбился, ничего страшного, я-то осталась бы целой. Так. Ну и что же там дальше? Ну я не понимаю, как же будет-то все? Кто ж победит? Они просто бегают, лупят друг друга целыми сутками. И машины их давят. Смелые водители вот эти вот. Они думают, а давайте попробуем раздавить. Потому что, мне кажется, это болельщики тех или иных. Кто-то правой команды, кто-то левой команды. Думают, давайте поможем тех, за кого мы болеем. Задавить тех, кого мы не хотим, чтобы выиграли. И так вот и происходит. Разнесли все. Сколько взрывов. Люди, вот смотрите, бегают. У них рукопашка. Никаких суперсил я не вижу. Просто рукопашный бой. У вас должны быть суперсилы, что? Ну, да, удары сильные, безусловно. Но смотрите, он опять живой. Сейчас опять он будет живой. Они постоянно оживают. В чем тогда смысл этого противостояния, если... Если... Никто не умирает. Вот такой у меня резонный вопрос. Мне кажется, сейчас должен появиться серый Том, оригинальный, так сказать, классический. И вместе с Анджелой и надавать им всем люлей. Это розовый кот, розовый. Боже.
Обалденно. Как красиво! Вот это взрыв, вот это боевик, вот это да. А это ли не серый том вот слева? Это же он или он какого-то другого цвета? А вот он серый том, они все какие-то серо-коричневые, непонятно. Бам. У них у всех одинаковая сила. Ой, я заметила человека, который не двигался. А еще они кидаются машинами, в которых есть люди. Ну это вообще ужас какой-то. Так. Капец, он несется! Остановись! Это будет самый мощный удар, если они с места могут так лупить, что коты разлетаются. Сейчас что-то будет, ребята, вы готовы? Так, я так понимаю, Том и все. Томам конец. Да. Представляете, на кого вы ставили, я не знаю. Я, если честно, ставила на Томов. Но моя ставка не удалась. Вот это уже посерьезнее заявочка. Это Халк. И, о, какой он офигенный. Он прям супер реалистичный, как из фильма. Хорошая анимация довольно-таки. Все, тут ни Соники, ни Тома, никто не победит. Когда появляется Халк, нам всем кранты, ребята. Нам всем кранты. Мне бы подошел такой друг. Я бы смогла с ним дружить. Да, мне кажется, необходим такой друг, как Халк. Угу. Очень. Такая защита непробиваемая. Очень хорошо было бы. Я бы его везде брала. Все бы обходили меня стороной. И говорят, да вы чё? Это подруга Халка. Вы издеваетесь сейчас надо мной? Как сиреноголовый может победить Халка? Да не смешите меня. Опачки. Опачки. От сиреноголового я такого не ожидал. Он же такой худенький. Он же такой худенький. Как он встал? Как он встал после такого? Ой, ребята, что происходит? Ну, эти двое точно разнесут весь город. Ну, я не знаю, там сиреноголовый у него 4 косточки, посерединочке одна. И еще 2 антенны, вот эти вот рации, сирены торчат. Ну, куда там против Халка? Вы видите эту гору мышц просто. Не знаю. На кого вы ставите теперь? Знаете, я изначально так смеялась на сиреноголовом. Не то, что смеялась, но не верила в его силы. Но вот сейчас смотрю вот на это все, и это как-то супер мощно. Мамочка! Это же жесть! Я не могу на это смотреть. Но сиреноголового жалко сейчас стало. Очень сильно. Вот это удар! Что-то Халк попадает, по-моему, вам не кажется? Неубиваемый сиреноголовый. Я просто болею за него, потому что он худенький. Мне он кажется слабее, но... Чё-то нет. Чё-то как нет. Ну все, да? А, нет. Как он вообще встает после этого? Ребята, я не знаю. Вот знаете, такая должна быть сила. Это что, он применил суперсилу? Халк вообще обалдел. Не-н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 е. Им нельзя драться. Им нельзя драться ни в коем случае. Это ничем хорошим не закончится. Да капец! Вот это мочилово. Сколько спецэффектов, это же настоящий фильм. Да хватит его лупить! Все, короче, я за сиреноголового официально подтверждаю. Я болею за него. Давай, сирена! Давай! Давай! Так, кто куда бежит? От или за? На.
Угу, навстречу. Эти звуки сирены меня убивают, поэтому я не очень люблю сиреноголового. Вот этот удар, он был мощный, но он был нечестный. Сиреноголовый не применяет магию. Блин, Халк такой огромный. Все, да? Ой, какая ужасная картина, бедненький, худенький, сиреноголовенький. Нет. Ничего, Халк доволен. Не, ну ты, конечно, перекачался, тебе не кажется? Это перебор. Он встанет сейчас. Он встанет сейчас! Он встанет! Нет, не встал. Ну ладно, может, в следующей серии встанет. Вот такое видео у нас сегодня было, это был экшен. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, я вас очень люблю, целую, пока!